В рамках Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и председатель правительства Приморского края Вера Щербина подписали соглашение о сотрудничестве. Сбер готов оказывать региону всестороннюю поддержку в различных сферах – в области кредитования, внедрения новейших технологий, внешнеэкономической деятельности, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта, жилищного строительства, малого и среднего бизнеса, образования. Сбер Георгиевной Щербиной, где мы договорились о совместном развитии инвестиционных проектов и социальных проектов для того, чтобы жители региона получали еще больше сервисов и чтобы жизнь была еще более комфортной. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Забайкальским краем в сфере ESG. Это принципы деятельности предприятий и коммерческих компаний, которые направлены на популяризацию ответственного отношения к окружающей среде. И с Республикой Бурятия, где стороны будут совместно реализовывать проект «Карта жителя» по технологии Social ID. Через одну карту можно будет решить ряд вопросов не только финансовых, но и бытовых. Подписали два соглашения с правительством Забайкальского края в Бурятии. Республики для того, чтобы помочь реализовать программу «Чистый воздух». Эта программа как раз является развитием, естественно, повестки ESG двух регионов, позволит как раз и улучшить экологическую обстановку в этих городах и реализовать важные инвестиционные проекты. Такое системное взаимодействие с органами власти различных уровней и бизнес-сообществами станет одним из драйверов ускоренного усовершенствования регионов. Анна Дьякова, Софья Воронкова, Татьяна Полищук. Новости на Восьмом.